Всем здрасте! Наконец-то наступило лето. За окном жара, настала пора отпусков, но мы не расслабляемся. Мы приготовили для вас много всего интересного на все лето. Снимаю это видео для того, чтобы рассказать вам новости компании Киселев и Ко и наши планы на ближайшие месяцы. Итак, в апреле мы запустили клуб коллекционеров. В него активно вступают наши клиенты, наши дилеры. И вот мы готовим следующее мероприятие для наших уважаемых клиентов. 28 июля этого жаркого лета состоится наше закрытое развлекательное мероприятие. Оно будет проходить в пятизвездочном отеле Artiland за городом в Подмосковье, который находится по адресу Новское шоссе, 10, корпус 1. Для того, чтобы стать участником нашего мероприятия, можно купить билет. Вся информация находится внизу под этим видео. Либо быть членом клуба коллекционеров. О том, как вступить в клуб, я расскажу чуть позже. А сейчас немножко поговорим про само мероприятие. Что оно будет включать и почему вы обязательно должны на него попасть. Итак, мы специально выбрали место проведения аукциона за городом, чтобы вы могли приехать туда с семьей, вместе с детьми, провести выходные, уделив время своему любимому хобби – поучаствовать у нас на аукционе. Сбор гостей начинается в 12 часов. Сначала будет фуршет и выступление нашего диджея на патефонах. Классный парень будет ставить свои пластинки и миксовать ретро-музыку. Представляете, как здорово? Мне кажется, будет бомба. В 14 часов я выступлю с лекцией про инвестиции в сферу коллекционирования. Коротко расскажу о важных моментах, которые будут полезны как и начинающим коллекционерам, так и продолжающим. Перед аукционом, который начнется в 15 часов, мы проведем шуточный аукцион небывалой щедрости, на котором будут разыграны интересные, загадочные антикварные предметы. Об этом вы сможете узнать только на мероприятии. Все это секрет. Очный аукцион, который будет проходить 28 июля, разбит на 3 части. Монеты и банкноты пойдут вперемешку по 100 лотов. В 15 часов первая часть, в 17 часов вторая часть и, соответственно, в 19 часов крайняя третья часть нашего аукциона. Между этим будет вкусный обед, мангал, общение и развлекательная игра, квиз для коллекционеров. А вечером мы все повеселимся, будет выступление кавер-группы. Ну как, я надеюсь, вам уже захотелось посетить наше мероприятие. Тогда вниз смотрите условия, как на него попасть. Для членов нашего клуба действуют специальные условия на нашем аукционе. Только члены клуба получают 12% комиссию на торгах. Это самое низкое, самое выгодное условие для наших клиентов. Второе. На услуги грейдинговой компании Premium Grading вы получаете 40% скидку, максимальную скидку на качественные услуги грейдинга. Ну и, конечно, скидку предоставляют наши партнеры. Компания Ширяков и Ко. Экспертиза для монет, банкнот и медалей. Вы получаете 10% на их услуги. Какие еще преимущества для наших клиентов? Сниженная комиссия для продажи лотов у нас на аукционе. Вместо 10% вы платите всего лишь 5%. Согласитесь, очень привлекательно и выгодно. Для того, чтобы вступить в наш клуб, напишите заявку к нам на электронную почту. Просто скажите: «Я хочу вступить в Киселев клуб». И мы с вами свяжемся, расскажем обо всем подробнее. Также тарифы и подробная информация есть внизу под этим видео. Радостная новость. Появилась возможность оплаты через эквайринг прямо на сайте. Совершили покупку на аукционе, зашли в личный кабинет, вбили свою карточку, и ваша покупка оплачена. На следующий день наши девочки уже запаковывают ваши приобретенные лоты для того, чтобы отправить их вам. Удобно? Однозначно. У нас очень плотное расписание аукционов, несмотря на то, что лето, никто не хочет работать, но мы все-таки продолжаем это делать. Из ближайших аукционов 15 июня у нас будет аукцион «Банкнот в слабе». Сотни коллекционных предметов грейдинговых компаний со всего мира. Наибольшее количество слабов представлено нашей компанией «Премиум Грейдинг». На этом аукционе вы увидите первый слаб для 3 банкнот. 22 июня состоится аукцион по монетам. Для любителей нумизматики эту дату пропустить ни в коем случае нельзя. 29 июня большой аукцион распродажа. Все лоты будут со 100 рублей. Несколько групповых коллекций
стоков, которые будут распроданы 100%. Все для тех, кто любит урвать что-нибудь недорого. 6 июля. Аукцион с банкнотами премиум уровня. Люксовые качественные предметы, которые не оставят равнодушным ни одного коллекционера банкнот. 13 июля мы проведем еще одну распродажу банкнот, на которую, кстати, набираем лоты. Также каждый предмет будет стартовать со 100 рублей. Для сдатчиков это отличный шанс распродать свои предметы коллекционирования. 20.07. Скрипофилия. Аукцион по ценным бумагам. Если у вас завалялось несколько больших акций или облигаций, приносите их к нам, мы продадим их 20 июля. Прием лотов до конца этого месяца. И, наконец-то, мы подходим к флагманскому главному нашему аукциону 28 июля. Очный аукцион монет и банкнот. О нем я рассказывал в начале видео, и вот сейчас немножко поподробнее. Мы собираем самые лучшие изысканные предметы, шедевры, нумизматики и бонистики. И если у вас такие имеются, приносите их до 15 июня в стены нашего офиса. Из всех предметов, которые нам удастся собрать, мы выберем 300 самых лучших, самых мощных, ценных и интересных предметов нумизматики и бонистики. И они будут продаваться на очном аукционе. Все, что не попадет в первую очную часть нашего аукциона, будет продаваться на больших интернет-торгах 3 и 4 августа. Итак, резюмирую. Подводим итоги моего рассказа. Началось лето, мы не останавливаемся, проводим аукционы каждую неделю, каждые выходные. Вы можете приносить свои коллекционные предметы, и они будут однозначно выставлены на аукционы. Весь июнь, весь июль. Мы готовимся к грандиозному мероприятию, которое состоится 28 июля. Очный аукцион в загородном отеле. На него можно сдать редчайшие и эксклюзивные предметы коллекционирования. И не забываем вступать в наш клуб. Клуб коллекционеров. Для лучших людей, для лучших коллекционеров нашей страны. Ждем вас! Я желаю вам классного лета, хорошего настроения и удачи на наших аукционах. Пока!